Всем привет, мои хорошие, мои друзья. Сейчас я вам запишу светофор. Смотрите, стоит трамвай. Видите, светофор первый. Подожди, Жень. Подождите, говорят. Вот первый светофор, и вот рельса. Вы представляете? То есть получается так, то, что... Что, ты хочешь сказать, надо бежать, что ли? Давай, ладно. Пускай. Вот он, столб, вот рельса. То есть получается то, что поставили. И даже трамвай еще ждет? Нифига себе. Еще и трамвай ждет, добавок. Получается, что поставили светофор на то, что... То есть стоит красный, и идти нельзя вроде как. Вот они, рельса. Вот он, светофор, блин. Это на окраине города сама. Ну ладно, я понимаю, машины. Но когда светофор стоит, где нельзя переходить трамвайную линию, это как-то вообще диковато. Ну, а вон его реставрируют уже, когда рабочие строят. Еще в ноябре мы с вами здесь были. Было все хорошо. Смотрите, уже пожар случился на этом здании. Огонь сюда перекинулся. Тут уже вот реставрируют, разобрали этаж. А там что? А это крыша вот та, что ли? Окошечки. Да? Наверное. То есть вот тут был пожар на этой крыше. Ну там уже какие-то поставили. Жень. Вот пожар, вот тут. Короче, где-то там был пожар. Сейчас уже начинается. Вот так вот. Реставрировать. И перекинулся на это здание. Здесь был перекрест. Ну, есть, да? Перекресток. Потом он очень долго не работал. Прям лопаться стал? Да, и начал пожар туда, на торговый центр перекидываться. Но там успели потушить. А тут, видишь, тут стоянка, здесь не может пожарить. А тут вот озеро находится, там маленькие лягушки живут. Маленькие-маленькие, с пальчик прям. С кончик пальчика. Здесь тоже какая природа красивая. Так, здесь у нас торговый центр построили, а на месте него были вот такие вот мощные, большие деревья, дубы, ели. Заградили все это забором, мы отстаивали тоже это место, собирали подписи. Долгое время стояло оно, весь мусорка собиралась постепенно. И потом все равно построили большой гипермаркет. Вот такие же вот были деревья большие, дубы красивые были. Летом было очень красиво. И такой же вот кусочек вот здесь еще остался. Тоже деревья немножечко остались красивые. Вот их рисовать можно. Красота такая. Так, там у нас Воронежские озера, там мы были с вами. Но сегодня мы идем по другим дорожкам. Идем, обходим всякие магазины сегодня. Нет, в этом что, дороже что-то? Да там все то же самое, два раза дороже. Пойдем Шумилова. Дорожка прям. Где-нибудь тут красивый бы снимал, все дорожку снимал. Ну, аккуратнее. Завтра снимем. Оставь там кадры. Вот, батарейки.
Жень, подвинься хоть капельку, а? В самом деле. Когда рады нас. Красоты. Был пеликан, интересно. Он, по-моему, закрылся. Он закрылся, это я знаю. Пешком уходил тогда. Это что у нас? Шибка, да? Шибка. А ну вот какой-то фонтан есть. Кинотеатр Шибка, там рынок. Там я прошлась по магазинам чуть-чуть. Самые стандартные магазины, сонные люди. Выходной, 23 февраля сегодня. Они сидят, работают. Место, это место посвящено Болгарии. Болгария? Потому что будет Старозагор, это город в Болгарии. И театр Шибка, это когда, ну, короче, русские болгары воевали против турок. И вот на каком-то горном перевале под названием Шибка, как раз битва произошла. Назвали Шибка. А еще и улица Георгия Димитрова, это тоже Болгария. Будет разумение Болгария. Кстати, вся часть города, она болгарская. У нас все болгарские названия. Но живем мы в Самаре. Что-то книжный мы с тобой только один встретили. Ну я вот не знаю. Ну, посмотрим, если будет Чикона. Где там в империи. Чикона она должна была быть здесь, а мы ее что-то не нашли. Ну в империи нам еще зайдет. Птичка. Такие горы снега и асфальт. Когда в 2000-м приехал сюда жить, я... Да, это у нас Шибка. Когда я еще только начинал здесь жить, все интересно было. А там что за здание? Вот, кстати, а, хотя библиотеки не работают сегодня. Вон все, он сними. Да, лавочки, да, красивые. Лавочки. Да. Я только недавно их заметила. Не, я замечал, но... Ну да, мы здесь с тобой, по-моему, ни разу так не гуляли особо. Не гуляли, мы до парка сходили, давай. Ну что там? Не, по той стороне, а вот именно по этому парку. Сейчас как-то не особо. По-моему, контейнеры тут. Летом будет красиво здесь. Да. Здесь лавочка с крышей. Да. Пойдет. Лавочки там красивые. Да, застрять. Пойдем вон туда, лавочки, поснимаем, лавочки красивые,
предлагает за ним. Чуть первый раз вижу, что проститутка. Предлагают себя. Адрес сразу пишут. Офигеть. Вот шибко тебе. Себя а предлагает объявление. И фотографию еще. Реклама. Прилагается. Вон тебе, пожалуйста. Ну, Жень, помедленнее, пожалуйста. Цветочек. Я на этом человек мой плохо. А он Лешкин кот языком выбирает. Где? А нет, могли сейчас смысл. Буду я еще всякий мусор собирать, Жень. С ума что сходишь совсем. Еще давай бутылки домой потащим. Розочка, какая красота. Палочка. Здесь маленькая крыша. Какой-то звонок непонятный мне название.